конец, на чем его получать. Ну, поэтому, что касается наших планов, я вам примерно вот рассказал. Мы обязательно дороги сделаем. Они будут все-таки пусть не такими, как мы, нам удалось сделать к приезду президента. Вы хорошо помните эту работу, и она длилась и днями, и ночами. Но тогда мы получили дополнительные, абсолютно, я бы сказал, уникальные объемы средств к приезду первого лица государства. Ну, это объяснимо. И когда мне иногда пишут различные письма, зачастую, ну, они не всегда добрые, что вот как президент приезжал, так вот вы сделали, а вот сейчас чего же. Так вот, когда был президент, мы получили специальные деньги для ремонта автодорог к приезду президента. И если бы он приезжал каждый год, то, наверное, мы бы по городу сегодня ходили бы, в общем-то, достаточно комфортно, и ушли бы к тротуарам уже, если бы делали тротуары, наверное, бы уже, наверное же, озеленились бы красиво. И поэтому, к сожалению, зачастую нужно рассчитывать на свои возможности. А они у нас невелики. Я вам назову, что сегодня